Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 декабря. Благоверная Иулиания, княгиня Вяземская и Новоторжская. Дочь боярина Максима Данилова прославилась высоким супружеским целомудрием. Супруг ей вяземский князь Семен Мстиславич вместе со смоленским князем Юрием Святославичем вынужден был бежать из родных земель, которые захватил литовский князь Витовт. Тогда московский князь Василий Дмитриевич стал изгнанным князем тверского города Торжок. Князь Юрий Святославович пленился красотой Иулиании и всячески старался склонить ее к прелюбодеянию. Но Иулиания строго хранила супружескую верность. Однажды во время пира князь Юрий убил мужа Иулиании в надежде насилием овладеть ею. Святая Иулиания воспротивилась насильнику. Будучи не в силах остановить оскорбление другим путем, княгиня ударяет его кинжалом в плечо. Юрий настигает во дворце ищущую спасение Иулианию и умерщвляет ее мечом. Разъяренный князь Юрий приказал отрубить ей ноги и руки, а тело ее бросить в реку Тверцу. Мученичество святой Иулиании совершилось зимой 1406 года. От угрызений совести князь Юрий бежал к татарам, но и там не нашел покоя. Тогда он удалился в Рязанскую пустынь, где и умер в 1408 году. Весной 1406 года тело блаженной княгини увидели плывущим против течения. Некий расслабленный услышал голос свыше, повелевавший похоронить тело святой Иулиании у южных врат собора в Торжке. Гроб с телом впоследствии поставлен в Спасо-Преображенском соборе, где многие получали от него исцеление. В связи с прославлением святой Иулиании 2 июня 1819 года был устроен правый предел, посвященный ее имени. У собора Преображения Господня, где раньше была часовня над гробом святой, устроена церковь и также освящена во имя святой Иулиании в 1906 году. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.